رب الرحمن الرحيم

Я хочу в первую очередь поприветствовать нашего гостя, Ходжа алейкум алейкум, алейкум алейкум Шек мы продолжаем нашу передачу. Мы с вами на последней встрече говорили о роли имамов согласно дуа из яратам или Зиарату, которую вы прочитали, если не ошибаюсь, от Имам Риды, где имам Рида называет имам разными качествами, он их описывает, но в первую очередь он называет их основами цивилизации. И мы говорили о, скажем так, о том, что на самом деле обычно люди говорят, что вот западное общество оно является цивилизованным обществом. На самом деле мы сделали вывод: что кроме технического прогресса, которые, ну научного прогресса, который на самом деле они позаимствовали у мусульман, у них ничего нет. И я задал вам вопрос: что а что есть в мусульманском обществе? Если говорить вкратце, ماذا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الضائمة والعادائه مجمعين إلى قيام يوم الدين Я приветствую дорогих телезрителей тв 3 и отвечая на ваш вопрос, ну во-первых, начнем с того, что это очень обширный вопрос, то есть здесь угу. можно очень многое сказать и долго можно этот вопрос обсуждать, то есть развернутый ответ на этот вопрос он довольно-таки долгий угу. не и не поместится не то чтобы в одну передачу. Может и в две, и в три не поместится. Угу. Но я постараюсь все-таки в двух словах, да, чтобы не затягивать да, и не вернуться к непосредственно нашей теме, угу. очень коротко сказать. Во-первых, что есть в мусульман, у мусульман? Угу. Да, вы это спрашиваете. Что есть да. у мусульман? И в тот вопрос, который вы озвучили в конце прошлой нашей встречи, вы сказали, а почему, если мусульмане, то есть если Ислам ведет именно к этому, то почему мусульман у мусульман нет этой разви развитости, мусульмане отсталые. Что касается технич технической отсталости в мусульманском мире, то опять таки, если мы посмотрим на историю, то мы увидим, что и это мы об этом мы еще в будущем поговорим, когда будем говорить о миссии и ее светлости саламу И поэтому учтите этот момент да. на будущее, учтите этот момент, что э, развитие мусульманской истории имеет определенный ход. Да, mm -hmm. есть столкновение между тьмой и светом во времена Его Светлости Посланника Аллаха Саллаллаху Алейхи, ва, алейхи ва, mm -hmm. Но Его Светлость так или иначе ведет свою миссию и достигает определенных целей, которые были поставлены перед ним, перед ним всевышним. Но после после Его Светлости Посланник Аллаха Саллаллаху Алейхи, ва, алейхи ва, салям, то есть Его Светлость дает толчок. Развитию определенного общества, определенной цивилизации и эта цивилизация возникает. Но после его светлости Посланника Аллаха, за тьма окутывает мусульманское общество. Но эта тьма, это тьма, тьма нифага, это тьма лицемерия, это не тьма открытого неверия, это тьма лицемерия, uh -huh. тьма, которая окутала мусульманское общество после его светлости Посланника Аллаха, за Это не тьма открытого и откровенного многобожия и откровенного неверия. Это тьма лицемерия. То есть что значит тьма лицемерия? Угу. То есть это тьма, которая обернута в исламскую обертку, прикидывается угу. исламом, прикидывается угу. а, и человек, который приходит после его светлости Посланника Аллаха Саллаллаху Алейхи он даже называет себя его халифом, угу. называет его его продолжителем его дела, называет себя его наместником, продолжителем его дела, это халиф, халиф от расул он себя называет, и говорит я тот, кто продолжает дело посланника Аллаха саллаллаху алейхи валихи салям. но это на самом деле не так, это тьма, это противник посланника Аллаха саллаллаху алейхи валихи салям. он идет в совершенно другом направлении, то есть с этого момента начинается искажение пути мусульманской общины. Да, заложен определенный фундамент, его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва этот фундамент заложил и дал толчок развитию. И этот толчок был настолько сильным, что в какое-то время мусульманское общество развивалось. И это факт, и это никто не может отрицать, это исторический факт. Величайшая цивилизация в истории человечества, это цивилизация, созданная на сегодняшний день, созданная Посланником Аллаха, саллаху алейхи во всех смыслах, научно-в техническом смысле. То есть проблема не в самом вероучении, да? Этот не факт, это лицемерие, придя к власти, искажает путь, изменяет путь. И естественно, чем дальше уходит человеческая история, человеческое общество, тем больше искажений. Это для наглядности приведу. Если вы возьмете одну единую точку, и этой, от этой точки проведете два прямых, две прямые линии, да, угу. то чем ближе это, эти линии к точке, тем они ближе друг к другу, угу. эти две линии. И чем дальше от этой точки, тем дальше они будут и друг от друга. Угу. Именно такова и история мусульманской общины. Его святость посланник Аллаха, Саллаллаху алейхи, угу. алейхи заложил определенную точку. И от этой точки пошла, пошли две линии. Это линия самого посланника Аллаха, саллаллаху, алейхи, в лице его наместников, истинных наместников, непорочных имамов. И вторая линия, это линия лицемерия и нефага. Она отошла от этой линии. Но, конечно, чем mm -hmm. дальше, тем дальше эта линия отходила. Но чем ближе к этой точке, то есть к посланнику Аллаха, саллаллаху, алейхи, тем меньше разницы и ответвления, и расстояние между этими двумя путями и двумя этими линиями, и поэтому естественно со временем все дальше и дальше мусульманское общество развивалось и деградировало именно в этом значении. Mm. Что касается, что есть у мусульман сегодня, несмотря на вот это, то есть имамы и их вероучения, они как бы действительно являются основой именно цивилизованное общество. Но если мы наблюдаем то, что мусульмане, скажем так, где-то и в них проявляется эта нецивилизованность, то это проблема не в вероучении и в имамах, а проблема в том, что они лишь, скажем так, обернулись, быть может, эти предводители, которые мы наблюдаем, они называются мусульманскими предводителями, и они на самом деле явля являются людьми, которые обернулись в одеянии ислама, но на самом деле, по сути, они не несут за собой Исламское событие. Совершенно верно, это очевидно. Это очевидно. Mm -hmm. То есть тьма, она проявилась, она обернулась в одеяние Исламское. это тьма mm -hmm. и этот тауд, он обернулся в Исламское одеяние и изменил само Исламское общество. Mm -hmm. И, таким образом, изменив направление развития мусульманского общества. А что касается того, опять-таки, возвращаясь к этому вопросу, что из себя представляет вообще, что есть у мусульман сегодня, опять-таки, несмотря на все это, на все старания табута и на все стороны а, представителей и лидеров тьмы, несмотря на влияние тьмы на мусульманское общество, а, все-таки мусульманское общество сохранило определенные компоненты учения его святости, посланника Аллаха. И поэтому, если мы сравним именно с цивилизационной точки зрения, не с точки зрения научно-технического прогресса, а именно с цивилизационной точки зрения, опять-таки то сравнение, которое мы приводили на предыдущей нашей встрече, допустим, сравнить тоже в, западном, в любом западном обществе, сравнить количество бездомных, количество сирот да. и сравнить только и то же самое и в любой другой любой мусульманской стране, даже самой бедной мусульманской стране, то э, будут, проценты будут неравными. Угу. И превосходство будет именно у мусульманских стран. Это несмотря на то, что как бы, мусульманское общество отошли, отчасти отошли, и мало осталось ислама в мусульманских обществах, но они отошли. Несмотря на это, она, и мусульманское общество и мусульманские страны намного цивилизованнее, чем западные страны. Здесь, конечно же, я прекрасно знаю и абсолютно уверен, что многие наши телезрители скажут, да, это не так, мы смотрим э, на мусульман, они грубые, не и так далее и тому mm -hmm. подобное. Эти вещи они скажут. Почему? Потому что понимание цивилизации, понимание культуры, оно изменено именно западным обществом. То есть западное общество преподносит... То есть это а, приукрашивание, то, что сказано в Священном Коране, я буду им приукрашивать их деяния. Это mm -hmm. приукрашивание. То есть, когда а, а, хищный волк, хищный волк наряжается в гладко поглаженный костюм, постиранный, красивый, опрятный костюм, это считается признаком культуры это вот то что внедрило да, западное общество и приукрасило западное общество в глазах а когда э, подвергнутые этому э, пропагандистскому влиянию этому влиянию западного общества и этой тьмы подвергнуты этой тьмы умы в том числе и из числа из наших зрителей я абсолютно уверен в этом что из среди наших зрителей есть такие люди они подвергнуты этому влиянию воспринимают это... Нет, здесь ничего, как бы, это, это факт, это никто не может отрицать. Подвергнутую этому влиянию, они будут это воспринимать, то есть отсутствие подобных вот, там, не знаю, гладко поглаженных, отсутствие гладко поглаженных каких-то компонентов одежды, костюма, например. Галстука. Галстука, да, и, допустим, немножко не совсем чистые, немножко запыленные одежды будет воспринимать, это будет оценивать, как mm -hmm. безкультурия, mm -hmm. как культуры будет оценивать, и таким образом именно оценивается общество, цивилизация, цивилизация именно с этой точки зрения и оценивается, хотя с исламской точки зрения это имеет отношение, то есть это это поощряется, то есть человек, Не, ну, тогда... но ну не в этом заключается ну, культурность в этом не в этом заключ... во первых не в этом заключается цивилизованность и культурность да. цивилизованность и культурность это нечто внутреннее это нечто Конечно. духовное когда ты волка готового разорвать на куски самого своего близкого друга и товарища волчару хищного волчару который одет в э, просто в опрятную гладко поглаженную и постиранную одежду и надушенного французскими духами ты называешь культурным, ислам с этим никак не может согласиться, потому что культура истекает из 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 изнутри, из mm -hmm. духовности. Mm -hmm. Это, во-первых, во-вторых, что сделала а, вообще, эта концепция западного общества. Если вы поищете немножко, а, в том числе и в бизнес курсах, если вы просто поинтересуетесь, какие есть бизнес курсы, да, и немножко Uh, углубитесь в эти бизнес-курсы, uh, то есть обучают тому, как зарабатывать, как продавать и так далее. Что они говорят? И это концепция всего, всей цивилизации, uh, которая воплотилась как бы, и позаимствовала uh, именно одна из проявлений цивилизации, а именно продажи, да, маркетинг, продажи. Uh -huh. Маркетинг, продажи позаимствовали общецивилизационную установку для себя. В чем эта общецивилизационная установка? заключается в создании нужды то что тебе нет ни, никакой необходимости ты создаешь в этом нужду да то есть это это модель обще это модель общецивилизационная тебе абсолютно нет нужды допустим покупать себе машину за 300 тысяч долларов потому что ты чувствуешь в этой машине себя точно так же как чувствуешь себя в машине допустим, за 50 тысяч долларов, например, или 20 тысяч долларов, и она едет по городу точно так же, потому что угу. город – это все-таки движение и угу. ограничена скорость, ты же не будешь ездить на 140, 150, 160 на скорости, угу. верно? Конечно. То есть для тебя нет никакой разницы, практически разницы для тебя нет между машиной за 50 тысяч долларов и за 300 тысяч долларов. Но Тебя хотят убедить в том, что у тебя есть необходимость 3... покупать машину за 300 тысяч долларов. Uh -huh. Ты можешь купить одежду, две одежды абсолютно одинаковые. Просто на одном написано Армани, на другом не написано Армани. Uh -huh. На одном написано Луис Витон, на другом Луис Витон не написано. Одежда по качеству и по всему, и по стилю, и по всему одинаковые. Но стоят они совершенно по-разному. Один стоит, допустим, 500 тысяч рублей, а второй стоит 3000 тысячи рублей. Это я не, сейчас не сочиняю. Кто-то может это. подумать, что я сейчас выдумываю что-то. Это не сказки, это, не, это, я не это реальность чего наших дней. Нет. И кто-то думает, что ему нужно купить именно что за, за 500, 500 тысяч. тысяч. А почему он так думает? Ему реально это надо? То есть он по-настоящему нуждается в Нет, этом? Конечно. Нет, не нуждается. это обще цивилизационная э, установка в западном обществе. Оно создает иллюзию нужды и она эта общая цивилизационная установка перешла и в маркетинг то есть вас э, через рекламу через другие средства через рекламу в общем смысле реклама не ограничивается тем что вы видите на телевидении в, в, в перерывах между передачами или сериалами или фильмами правильно mm -hmm. это реклама это намного более обширнее она намного более хитрее стала намного более изощреннее стала очень часто вы подвергнуты рекламному воздействию, но при этом думаете, что это не реклама. То есть основная доля рекламы она незаметная для вас. Вы не понимаете, что это реклама. Но это реклама. То есть маркетинг нацелен на то, чтобы создать у вас иллюзию нужды в этой вещи. А вы в ней не нуждаетесь совершенно. И вся жизнь у вас уходит на то, чтобы пахать, как раб на галерах, чтобы что? чтобы приобрести то что вам не нужно и это пример из маркетинга в общем как я понимаю Шей Курбан, то есть э, критерием цивилизованности культурности этих людей является именно прогрессировать в э, скажем так Вношение, вношение одежды, фирменные. Там, не да, знаю, и что, какой. что я хотел бы поэтому, вот, к чему я вел это все, это как бы нас сейчас не касается, мы не хотим акцентировать внимание именно на вот этих вот экономических, финансовых uh -huh. вопросах, вопросах маркетинга, но это, стру, эта модель, она общецивилизационная модель. То есть вся цивилизация, ее приукрашивание заключается в том, что вам постоянно навязывают потребности, которые, в которых, которые, uh -huh которые на самом деле не являются вашим потребностями, uh -huh. вам навязывают вещи не только финансом не только для того, чтобы продать. Нет, это намного шире и намного обширнее. Нам, вам навязывают вещи, в которых у вас нет нужды. И поэтому мы сейчас что наблюдаем? Мы видим людей, мужчин в том числе и женщин, которые перед тем, как выйти на улицу, часами перед зеркалом что-то там с собой, с собой делают. Uh -huh. И одежда, и чуть-чуть где-то что-то там. Э какое-то пятно или какая-то пыль или что-то еще как общество на это реагирует как сами многие люди на это реагируют то есть э эти вещи которые не не играют такой большой роли в цивилизованности в культурности они возведены в нечто такое невероятное в степень служит критерием в определения Да, высшей степень высшей степень возведены угу. и человек э то есть все это преувеличено, очень сильно преувеличено. И вследствие этого, из-за того, что преувеличено, человек акцентирует и ценит, и оценивает других людей именно по этим критериям. И когда видят, что у кого-то этих критериев нет, он сразу выводит его из этой, этой сферы, сферы э, цивилизованности, и культурности. Обратите внимание, вот недавно случайно я в интернете наткнулся на один социальный эксперимент, мне он показался э, очень... Любопытным и я решил все-таки посмотреть. То есть, вот смотрите, есть в России сегодня люди мигранты, да, которые зачастую очень плохо говорят на русском языке, да. и их оценивают как нечто такое не, не до людей. Вообще это вот угу. не, не до людей, не до людей, да, это а, классификация угу. западного общества. То есть у западного общества есть своя классификация, точно такая же, как была в Советском Союзе. Например, в Советском Союзе людей делили на пролетариат и капиталистов, верно? Mm. Это вот деление, которое было в Советском Союзе. Это советское общество, советскому обществу было навязано это деление. Капиталисты – это плохие люди, недолюди, а пролетариат – это высшие слои общества. Точно такое же деление имеется, но более завуалированное, более скрытое и более разрекламированное деление и более навязанное, лучше навязанное. То есть советское общество на самом деле страдало вот этим вот. Угу. У него был недостаток именно в пропагандистском направлении. Оно не умело правильно угу. пропагандировать свои э, идеалы и ценности. А западное общество очень умело это делать. В западном обществе есть деление на страны первого мира, второго мира и третьего мира. Третий мир это уже не до людей, то есть это животные, там, это, то есть не до людей. То есть это суть этого деления, но мы же так и к этому делению не относимся. Почему так не относимся? Потому что нам ее навязали, очень красиво навязали. И это нам кажется естественным и неправильным. Да, есть страны третьего мира, есть второго мира, есть первым. Первый мир это вот Америка Европа. Есть второй мир, есть третий мир, это Африка, Африка там. Какие-то страны Азии и Востока, и так далее. Это третий мир, третий мир, то есть это не до людей. А, именно такое отношение к этим мигрантам имеется в, имеется в России сегодня. Да, вот, допустим, есть из Азии, из Ближней Азии есть мигранты, которые работают в сфере обслуживания, например, в такси работают. Работают, в, допустим, в частности, в доставке еды. Вот в чем заключался этот эксперимент? Человек должен был подойти к доставщикам угу. еды, которые, если я не изменяю память, были узбеками из Узбекистана. Угу. И по их разговору было понятно, что они плохо разговаривают по-русски. Угу. Он подходил к ним говорил, что у меня украли вещи, я из другого города, у меня нет еды, и негде спать. А там стоит три узбека. Угу. Они повели его в фастфуд, накормили его угу. и пригласили поночевать у каждого по очереди. Да. Это люди не культурные. Это люди угу. неопрятные, культурные. Ну, как называют их? Да, то есть, как это, как, как оценивается. Угу. А если вы подойдете с тем же предложением к человеку в галстуке, в, красивый, э в, в красивом. Поглаженном, в чистом костюме подойдете и скажете: мне нечего есть, и негде спать. Вы думаете, он вас приютит, даже если он будет богат. Невероятно ну, богат. Вы нет, думаете, конечно. он вас приютит скажет, да, да, конечно, давай я тебя накормлю, еще и подспеху. У меня большой дом. У меня пятикомнатная, шестикомнатная квартира, там да. или дом. Мы, конечно, не мне говорим еще... об... и, Возможно, есть и исключения, конечно, но мы говорим про большинство сейчас. Мы, говорим мы про... не хотим мы... сейчас говорить про тех людей, которые действительно есть... могут быть такие есть люди, которые. исключения, есть во всем. Да. Мы говорим про большинство... Исключения есть везде и во всем. Угу. Исключения есть э, Также и среди тех самых даже, даже в науке. Даже тех самых узбеков. Естественно, есть угу. везде исключения. Мы говорим о вещи как о социальном явлении. Да. Как о статистике. Да. О статистике. То есть каков процент того, что вы подойдя к такому человеку, получите точно такой же ответ, как от этих узбеков? Какой процент? процент? Очень много. Он, он, он ничтожно мал, этот процент. Uh -huh. Мы говорим о, как, да. о, о, о вещах, как о социальных явлениях. Мы не uh -huh. говорим о каждом по отдельности. Естественно. Uh -huh. Естественно, исключения есть везде. Это совершенно uh -huh. очевидно. Поэтому а, к вопросу о том, что есть у мусульманской общины, что есть в мусульманских странах, что есть у мусульман. Uh -huh. Да, Благодарил и воз... вообще, вернемся, да? вернемся к нашему обсуждению. Я еще одно предание хотел привести в связи с этим от его светлости имама сады галей вассалам которое дошло до нас в книге аль-кафи и я напомню что мы говорили о том что да. какую, какую роль играют в человеческой истории в человеческом обществе непорочной непорочные имамы. Угу. да и в связи с этим приводили слова его светлости имам ридали салат вассалам который говорит аркан аль-билат они являются основами они являются фундаментом они являются толпами они являются несущими колоннами цивилизации человеческих. Угу. И э, имам Садыг, э, говорит следующее. Акедалики ядер аимат. Это и это предание угу. приведено тремя путями, тремя разными путями, двое из которых являются достоверными. Это в Аликафе приведено. Одно является слабым, но угу. два пути являются сильными, но при этом есть еще и другие предания, они от Имама Садыга с похожими смыслами, в том числе от Имама Риды Алисатвуса, mm -hmm. то, что мы привели, Аркан Аль-Билат. Да? Mm -hmm. Вот что говорит Имам Садхи ба да что будут приходить имамы один за другим, mm -hmm. что Всевышний установил их и сделал основы земли основой всего человеческого общества. Они являются основой всего человеческого общества. То есть нету этих людей, нету этих непорочных. Человеческого общества будет уничтожено. Не останется человеческого общества. Если есть какая-то частица добра и благодетелей, добродетелей в человеческом обществе, все, основой всего этого является, происходит от этих людей. Почему? Потому что они являются проводниками света Всевышнего, который является светом небес и земли. Аллах Нуру Самавати Он является светом небес и земли. А кто является проводником этого света? Как этот свет проникает в человеческое, в частности, общество? Через этих людей. в Всевышний говорит в Священном Коране. Мы установили их имамами. Яхдуна Амрина, которые наставляют и ведут прямым путем по нашему велению. Uh -huh. В этом и заключается смысл этих слов Всевышнего, когда он говорит, мы их установили имамами, чтобы они вели к свету, uh -huh. чтобы они вели на праведный путь, чтобы они наставляли на праведный путь. Поэтому все доброе, все хорошее, все светлое, что есть в этом мире, в этой земле, в Аллахмуллаху, Аркан аль Арды Имам Садик Вассалам говорит, Аллах установил их э, фундаментом, сделал их фундаментом земли. Это, что значит? Значит, все, что есть, все светлое, что есть в этой земле, в человеческом обществе, проникло через этих людей, и они mm -hmm. являются основами этого света. Без них человечество, вся земля погрузится в, во тьму, э, хаос, анархия и полное вымирание, уничтожение. Ничего хорошего в этой, земле, в этой жизни, в этой земле ничего не останется. Аркан аль-Арде. Конечно, подобных выражений в... В священных текстах огромное множество. В Миспахль Мутахаджи также приведено предание, в котором обращение к говоря об аль-бейт, uh -huh. об имамах, непорочных имамах и наместниках пророка, саллаллаху алейхи ва говорится, «Аркан это даа и а они являются основами твоей веры и рукнами и являются столпами твоего единобожия. То есть подобных выражений, подобных э, высказываний мы обнаруживаем неоднократно в Священном Коране. То есть это люди, которые э, доносят и наставляют э, человечество к свету Всевышнего. И напротив них это их враги, это тагут, это те, которых, о которых Всевышний говорит Юрий Идун, ань Ютфи Унур Аллах. Они хотят погасить свет Аллаха. Они хотят Они хотят погасить своими устами свет Аллаха. Имамы. Имамы, которые наставляют на истинный путь, на свет Всевышнего. И имамы, которые призывают, имамы, которые призывают в ад. И которые хотят потушить свет Аллаха. То есть есть э, две э, группы лидеров, имамов, роль которых и такова. Одни ведут к свету, другие ведут во тьму. Это то, что касалось роли наших имамов. иншала если еще остались какие-то моменты, которые мы не упомянули. Миншаллах, я думаю, уже, что со следующей встречи мы уже можем приступить к разъяснению и раскрытию роли ее светлости в Атмитазах. Я сломали, уже понимаю. А ее... Ее я уже понимаю миссия. какая здесь связь существует я пока вы говорили все я уже сам выяснил для себя каким образом вы подходите к решению этого вопроса спасибо вам большое шаван и шалом мы с вами продолжим сразу передачу. уважаемые телезрители мы ждем вас на следующей передаче обязательно смотрите серию этих передач так как на самом деле в этих передачах есть польза для вас السلام عليكم ورحمه الله وبركاته